Для тех, кто боится коронарного разреза, сейчас покажу доступ, объясню, для чего это делается, и объясню последствия этого доступа. Значит, вот достаточно недлинная прическа. Вот такая достаточно короткая прическа. Я ее уже постриг. Вот это коронарный доступ. Видите? Так. Этот доступ называется Микки Маус. Почему он так называется? Видите, он не прямой. Специально сделано для того, чтобы этот рубец максимально прятать. Дальше. Вот этот участок кожи будет резетировано. То есть, эту кожу мы разрез делаем вот здесь. Вот здесь мы будем делать разрез. Вот так пойдет. А дальше отсюда мы кожу будем резетировать. И эта часть кожи будет зашиваться с этой части кожи. И у нас фактически не будет залысин. Да. Доброе утро, дорогие подписчики. Вчерашняя наша героиня Оксана. Липосакция шеи подбородка. Круговая подтяжка лица со смазплатизмопластикой. Липофильный носощечных борозд. И коронарная подтяжка лба. Фактически у нас не видно шва. 1,5 сантиметра кожи. Фактически лоб потянулся на 1,5 сантиметра. С височной области 2 сантиметра вместо 1. С области лица 4 сантиметра вместо 1,5-2. С области шеи 5,5 сантиметра вместо 4-4,5. А ведь пациентке всего 44 года. Тип кожи, генетика, это все так или иначе влияет.